Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним 423 упражнение. Прочитаем задание. Поиграем в чередующиеся гласные и согласные. Участвуют две команды. Представитель первой команды называет слово, в котором возможно чередование. Представитель второй команды называет нужное слово и чередующиеся звуки. Затем загадывает слово с чередованием для первой команды. Итак, для первой команды слова... Бережка – берег, снег – снежок, могу – мочь, позолочены – золото, выносить – ношу, блещут – блестеть, упрашивать – просить, кажется – казаться, загрущу – грустить, земля – земной. И для второй команды слова и чередования. Тише – тихо, сижу – сидя, орешек – орех, хожу – ходить, езжу – ездить, сушу – сухо, пирог – пирожок, ледяной – ледина, плещут – плескать, овражек – овраг. На этом все. Больше видео можете посмотреть на нашем канале, а если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.